Ансамблю «Лезгинка» присвоен статус особо ценного объекта культурного достояния народов Дагестана. Соответствующий указ подписал Сергей Меликов. Согласно 24 статье Республиканского закона о культуре, такие объекты особо охраняемы, они не могут быть уничтожены или разукомплектованы. Отмечу, ансамбль «Лезгинка» был создан в сентябре 1958 года. Основатель – народный артист СССР Танхо Израилов. Артисты побывали в 65 странах мира, становились победителями 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.